Учебное заведение в первом советском переулке щелковцы с давних пор называют академией. Технологии органического синтеза здесь преподают на протяжении полувека. Поэтому День химика педагоги и выпускники полноправно считают своим праздником. В этом году день встречи выпускников прошел традиционно в последнее воскресенье мая. Еще на ступеньках в Альма-Матер, в прошлом студента, а сегодня руководитель организации, с волнением встречали своих сокурсников. Многим уже за 60. Торжественная встреча прошла в актовом зале учебного корпуса 1957 года. Первое здание, расположенное в глубине квартала, из-за ветхости не сохранилось. Однако традиции каждый год встречаться с выпускниками, заложенные педагогами, бережно сохранились до наших дней. Наши выпускники получали не только профессию, они учились жить, они учились любить, верить. И в этом, наверное, главная заслуга вот нашего учебного заведения, которое сквозь годы сумело пронести вот это умение передавать капельку тепла своим студентам. Вы знаете, что есть 150 профессий. Так вот, это отделение практически все реализует эту программу ТОП-50. В этом году стоит очень большая задача перед коллективом отделения. Надо на новый уровень вывести подготовку холодильщиков. Ярким моментом встречи стало открытие на фасаде учебного заведения мемориальных досок в память о выпускниках, погибших в Афганистане. Александр Гненков, Вадим Шипика, Владимир Нестеров и Алексей Ильин положили жизни на защиту южных рубежей России в 1980-86 годах. С инициативой увековечить имена щелковцев выступил один из выпускников техникума. Завершить замысел помогли активисты из местного отделения боевого братства. Эти ребята, которые здесь заключены на этих мемориальных досках, которые открывает боевое братство, они фактически воевали в один год со мной и погибли в 80-х годах, 81-86. Им пришел тяжелый путь, тяжелые испытания, которые они не смогли добраться до нас. И это память, воспитание нашего государства, наших людей, патриотизм прежде всего, который сейчас должен для нашей России. А Россия – это великое государство. Михаил Налетов, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».